эпопеи Азербайджана вообще. Это была первая гимнастка, которая завоевала, как это сказать, путевку на Олимпиаду. Между тем, Ирина Виднер никуда не уходит, потому что вторая участница этого финала – Дарья Кондакова. Это отдельная песня, о которой чуть позже все-таки не часто доводилось видеть эту гимнастку в наших трансляциях просто в силу ее юности. Интересно, многие ли выглянули в окно сейчас? Да? Мне кажется, единственное, чего не хватало этой композиции, это проблескового маячка где-нибудь на спине. Могу сказать, что я потрясена. Просто Аня Шамилова, ее тренер, очень молоденький тренер. И вот они верят друг в друга, попали к Ирине Александровне Винер. И сейчас Ирина Александровна тренирует Дашеньку. Тут ведь вот какое дело. На чемпионат отправилась сборная в официальном составе Евгения Канаева, Дарья Кондакова, Ольга Капранова и Анастасия Ермакова. С этими двумя предметами в квалификации выступали три российские гимнастки. Канаева, Кондакова и Капранова. Они блистательно показали три лучших результата. Но от одной стороны в финал попадают лишь две гимнастки, и вот этой второй оказалась Кондакова. Она Капранову обыграла и со скакалкой, и с обручем. Это уже о многом говорило. Могу сказать, новая звезда зажглась. Вот ты смелая на подобные характеристики. Или ты абсолютно уверена в том, что это именно звезда? Я уверена, потому что Ирина Александровна не звезду не целует так, да, и она явно довольна, и она сказала...